Вы спрашиваете, как я ухаживаю за кожей. Ну, одним предложением на этот вопрос я не отвечу. Почему? Ну, общий уход – это, естественно, мытье при помощи воды, мыла или пенки, или гелей. Я люблю, допустим, пенку или гель для душа. Почему одним словом и предложением я не отвечу? Потому что, ну, во-первых, сказать, что я не ухаживаю, значит, я буду лукавить, и вы не поверите. Естественно, я ухаживаю. Может быть, неполноценно, но все-таки ухаживаю. Но лицо – это один участок, тело, руки, ноги. То есть я как-то немножечко по-разному ухаживаю. Да? Давайте сегодня я вам расскажу вот основной уход. От морщин я не избавлюсь. И морщина одна или две как-то для меня уже роли не играет никакой. А вот меня беспокоят ноги. И поэтому, конечно, ногам я уделяю большое внимание. И я делала много таких видео, давала советики. Советы в основном это мои советы. То есть то, что я испробовала, и то, что мне в определенный момент жизни помогло. И, ну, естественно, я читаю, что-то смотрю и изучаю. Ну вот мой уход в основном вот ноги и стопы ног. Болезненный вопрос у многих. Вот я хочу сказать о профилактике. И что я делаю? Ну, утром. Утром я принимаю душ. Учитывая то, что у меня сердце больное, немножко барахлит, и кто знает, как это оно барахлит. Поэтому ванную я не принимаю. Даже вечерами, это очень-очень редкий случай, практически я принимаю только душ. Вот утренний душ. Что я делаю? Я, естественно, моюсь и мою ноги. Времени нет, нужно приготовить и побежать. В общем, то есть, что? Ну, у меня есть щеточка для ног, я помыла, насухо вытираю ножки, есть возможность, можно нанести какой-то кремчик. Нет, значит, я так и одену носочки, обязательно там или чулочки, или гольфики, что у нас есть, что у меня есть, и какие планы на сегодня. Это вот такой маленький уход утренний. Весь уход в основном ложится на вечер. Вот вечером я уделяю ножкам уже внимания больше. Мыть, конечно, ноги нужно обязательно, ежедневно. Это и для себя приятно, и для окружающих приятно. И в дальнейшем мы не будем ничем болеть таким. Значит, вечером опять я принимаю душ и уделяю ноги. Но ногам не ноги уделяю, а ногам уделяю внимание. Перед тем, конечно, как войти или залезть в ванную, или принять как там, у меня есть такая пилочка, и я этой пилочку обрабатываю пяточку, обрабатываю стопу. Обязательно, ну хотя бы раз в неделю, хотя бы раз в 3 дня это нужно сделать. Есть у меня натоптыш или нету, все равно наша ножка устала, ее нужно любить и за ней нужно ухаживать. Вот это мой такой уход. Такая пилочка с напылением. Обязательно потом, когда я уже залезла в воду, там захожу в ванную, там душ включаю, моюсь, обязательно щеточка. Я ее увлажняю, намыливаю, что у меня есть и чем я люблю пользоваться, той же пенкой, и хорошенечко обрабатываю всю подошву и каждый пальчик. Вышла, смыла эту водичку, все такое, то есть пенку, в общем, помылась. Насухо вытираю ногу, обязательно между пальчиками вытираю насухо-насухо. Вот это я говорю об ежедневном уходе, вот обязательном уходе. И на ночь желательно, желательно иметь, конечно, крем, какой у меня есть. Если у меня на данный момент не будет никакого крема, значит, я возьму оливковое масло, я возьму, допустим, масло сливочное, только хорошее такое масло, у кого есть возможность, настоящее домашнее масло. Вот сливочное, и я эту ногу обработаю этим жирком, жирным кремом, любым, вот у меня простой крем, я покупаю, дорогой не нужен крем. Главное каждый день ухаживать. И обязательно сверху нужно надеть носочек для лучшего эффекта, для лучшего действия, для того, чтобы ножка покажет. Какой носочек? Обязательно хлопчатобумажный, не шерстяной. Хлопчатобумажный. Так до утра. Это такой ежедневный уход. Потом хороший уход еще, что это в ванночке. Ванночки можно делать и каждый день, но не у всех есть эта возможность на каждый день. То больной, то нету времени, то еще что-то. Ну, хотя бы побаловать себя раз в 3 дня, ну, раз в неделю. Но нужно делать обязательно. А если будет каждый день, то будет очень хорошо. Ванночки какие? Солевые ванночки очень хорошие. Вот я, допустим, вода и соль. Зимой делаю тепленькие ванночки, а летом холодные. Даже делаю такой насыщенный, перенасыщенный солевой раствор. Сода. Значит, и сода плюс вода. Тоже немножко соды и тепленькая водичка. Уксус.
нашатырный спирт, все это смягчает ноги, все это профилактика чего? Грибков и всего остального. И маленький такой, ну и потом вот после ванночки, когда я сделала, обязательно опять нога вытирается насухо, обязательно обрабатываю я ее. Вообще я обожаю, конечно, лавандовое масло, я всем советую между пальчиками обработать это вот пространство между пальчиками лавандовым маслом. Во-первых, будет запах приятный, во-вторых, это профилактика грибковых заболеваний, профилактика потливости ног, у кого есть потливость ног, и просто приятно. Можно попробовать гвоздичное масло, я пробовала, тоже хорошо, но там, по-моему, у кого нежная кожа, чтобы оно не пекло. То есть вот эта профилактика всех заболеваний. Еще такой маленький советик мне очень понравился, и это очень правильное такое решение. У кого есть трещины на пятках, не обязательно трещины могут появляться, допустим, есть грибок и трещина, да, есть у кого сахарный диабет или пониженный иммунитет, а есть просто не хватает витамина А. И вот можно испробовать, и можно этот кремчик сделать с такой профилактической целью, чтобы не было трещин. И вот у кого не хватает витамина А, действительно, этот крем помогает замечательно. Какой крем? Крем, который содержит витамин А. Вы можете сделать его сами. Купить в аптеке флакончик с витамином А. Вот, и с любым или мазью. Вот я смотрела видео, женщина делает с мазью календулы. Чудесно, правильно она делает. Или же с любым кремчиком таким. Туда добавить обязательно витамин А. Можно сделать рыбий жир, там много витамина А, но уж потом будет нога долго пахнуть, и вам неприятно, и окружающим. Поэтому купить готовый витаминчик А и примешать к любому кремчику, добавить, размешать, и вот накладывать на пяточку. Можно накладывать в виде компрессика, если у вас, допустим, есть трещинка, а можно чисто профилактически поддерживать свою ногу. Ну, в общем, я, по-моему, сказала все об уходе в таком ежедневном, хорошем уходе за нашими ножками. Вот как то, что делаю я. То есть как бы излишеств у меня нет, но в то же время я, конечно, ухаживаю за собой немножко. Пока-пока. Как мало надо для счастья, без лишних красок, чистое здравствуй, нам непонятны мотивы наших сердец, и это не важно, просто